В ее организации приняли участие сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних УВД, городская администрация, педагоги, общественный совет УВД и ветераны. Здесь же развернулась выставка рисунков «Защитники Отечества глазами детей». Вторым этапом стал правовой лекторий. Полицейские рассказывали школьникам о таких преступлениях, как вандализм и уничтожение памятников истории и культуры, а также об уголовной ответственности за эти преступления. Мероприятия завершились концертом и показом фильма о Великой Отечественной войне.